«Апельсиновая коза» — это стихи, мои стихи — это, что ж там еще там, рассказы, это песни, которые звучат на сегодняшнем концерте, это дневники, дневниковые записи, актрисы. Вечерку, и не обнял я старый дом, лишь поклонился скромно, я хорошо себя веду. Сейчас я приду. Все питерские люди, которые когда-то здесь родились, жили и увлекались рок-музыкой, они всегда вот рады вот таким вот замечательным выступлением и такой прекрасной музыке. Это одна из первых песен, исполненная Викой в арт-клинике 15 лет назад. Я хочу, чтобы мы любили этого маленького, но сильного воробья и ее посидевших же орлов. Виктория Лефант и ее оркестр.